Пусти его, быстрей! Нажимай! Нажимай калитки! Есть! Блин! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, крошка-крошка, гусеняк, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем доставим ОЛТВ. Очень крутая и любимая рубрика на моем канале, аниматроники пугают охранника на карте FNAF 4. Если хотите кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ребятушки, сегодня мы будем строить бабушкины калитки. 1000 лет мы их не строили и наконец-то дождались. Так, показываем, как их строить. Быстрее закрываем двери, пока не пришел аниматроник. Все, он уже не сможет. Все, закрыто, закрыто. Ты больше не зайдешь сюда. Так, смотрите, ставим резинки от трусов обязательно. Берем гусанька трусы, распускаем на резинки и ставим. Ну, видишь, у тебя черные резинки от трусов, нормально? Вот такая музычка уже стрёмная играет на карте. Побольше резинок от трусов. И вот гусанек распустил твои трусы семейные. Видишь, длинная резинка появилась. Так, и теперь мы обязательно ставим толкатели. Это ребята показывают, как вообще правильно строить эти калитки. Потому что мало кто знает, это секретная информация. Так, и сейчас мы сделаем апгрейд, мы поставим кнопки, чтобы было интереснее. Вот, ребятушки, мы поставили две кнопки, теперь мы можем нажимать. Это у нас закрыто, это у нас открыто. И теперь мы даже покрасим, чтобы было прям видно, где какая кнопка. Раз это закрыто будет красное, это будет зеленое, это открыто. Все, расстриживаем калитки. Ну что, проверяем, тестируем наши калиточки. А ну-ка нажимайте кнопки кто-то. Да вы что, не нажали? Ё-моё, еще б чуть-чуть, и мы бы выиграли. Ну ладно, аниматроник, видите, сегодня жесткий. Смотрите, я появился. Я появился на первом этаже, теперь моя цель добежать до офиса. Побежали, Дима. Аккуратно только, очень осторожно. Нет, сюда. Так. Нет, сюда. Да ты не знаешь эту карту, как и я. Так, давайте прогуляемся, стой, посмотрим. 1000 лет на этой карте я не был. Я знаю, как сюда идти. Ой, как туда идти. А! Ё-моё, блин, он очень стрёмный. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Если вы хотите увидеть очень много серий по рубрике «Аниматроники пугают охранника», напишите «Мы хотим». И мы снимем еще очень классную серию для вас. Тихо, иди на контре. Вон на контре, может он нас не увидит? Да, он там проверяет ванну. Он думает, что кто-то купается. Так, он ждет нас, наш охранник. Пусти! Пусти, 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 пусти. Все, есть! Нажимай, нажимай кнопку! Все, не сможет, очень большая тяга. Не сможет пройти. Смотрите, как радуется охранник, что не может аниматроник пройти. Щенок, выходи, ты не пройдешь. Бейте монтировкой. По пальцам бейте, он уйдет. Что за читерство? Он умирает. Эх, бейте его ногой. Бейте ногой по пальцам. Он больше не сможет сюда прийти. Все. Это жидкий металл. Ушел. Все. Отлично, ребята, получилось. Очень страшная карта. Нажимай, быстрей. Фу, слава богу. Я аж обосрался. А, все, открывай тогда. Он сможет открыть калитку? Давайте проверим. Конечно. А, он может двигать ее даже. Кстати, Санек, хочу тебе сказать, что у тебя очень крепкая резинка от трусов. Видно, они у тебя в школе не спадают. Вам лучше бежать, он стал злым. Это он злой стал? Да не, он добрый. Да. Ну, блин, мне это теперь снится будет. Вы слышите его? Да, он... Я не могу... А, я могу пройти. О, луна пришла. Не пускайте его. Но он добрый, он же не убивает, да, в таком состоянии или убивает? Ну, если не превратиться в луну. А, ну все, тогда не надо, отжимай. Ты воняешь, уходи. Мне нравится твоя фраза. А что, аниматроники воняют? По-любому. Ребята, напишите в комментах, воняют аниматроники или нет. О, блин, калитка бьется больно очень. Нажимай, о, луна пришла. Все, он не сможет пройти. А он вообще может толкать ворота, даже когда с ускорителем? Ну, нет. Чуть-чуть, да. Чуть-чуть можно, смотрите, даже зазорчик появляется. Прикольно, на руках ходит. А я могу сюда зайти? Блин, я не могу сюда попасть, было бы классно. Все, ушел. Ё-моё!
Это аниматроник ударил тележку, что ли? Растворилась. Так, поднимаемся наверх, только очень осторожно. Ой, давайте я выйду, посмотрю, что там на улице. В лесу стрёмно. Аниматроник! Я смогу убежать от него или нет? Так, моя сейчас цель красиво забежать в дом. Так, так, так. Я его обману, сейчас вокруг дома оббегу и зайду с той стороны. Я его обманул, потому что я бегу с той стороны, а я не бежал. Быстрей, быстрей! Я задержал его, Дима. Молодец, Гусонёк, это ты, скорее всего, умрешь. Пусти его, быстрей! Нажимай, нажимай калитки! Есть! Блин! Ё-моё, я аж пальцы вспотели. Блин, ребята, ну ролик точно заслуживает лайка вашего. Мы страдаем из-за этого аниматроника вонючего. Так, закроем дверь. Тут что, холодно на улице? Что, двери так скрипят? Классно. Так, пацаны, я сейчас к вам тихонько буду идти. Встречайте меня. Эх! Вань не пришел. Так. Я бы не хотел оказаться в реальной жизни в лесу, где находится дом с аниматрониками. Это очень стрёмно. Это очень страшно. Уходи, тебя давай. Тебе кажется... Посмотри назад, Дим. И что тебе тут на стуле? Нормально сидится? Пойдет? Кстати, за твоей спиной что-то ходит. А он не убивает. Аниматроник над нами сегодня издевается, пацаны. Так, надо продвигаться в будку охранника, срочно. Я иду. Мы идем крошки о крошке. К Максу. Давай. Все, я зашел. Нет, пусти. Все, закрывай. А, пока его нет, можно не нажимать. Нажимай, быстрей! Нет, не та кнопка! Есть, блин, ребята, бабушкины калитки сегодня хорошо работают. Просто великолепно. Вот это ускорители фигачат, аж воздух плавится. О, я ноги погрею. Уходи, тепло в ноги. Все. Нажимай! Быстрее! Ай! Блин! Почти. А так прикольно, ногу на диван закинул, кто умер там. Так, хорошо, пошли еще раз. Быстрей. Его нету. Ай, по башке калиткой дало. Блин, ну у Санька реально крепкие трусы. А он бы пришел. Он может через калитку нас убить или нет? Он, кстати, двигает этот сильнее. Все, он ушел. Отжимаем. Поехали, Дим, на объезд. Да стой, не мешай, блин, тут... Они бомбой ходят. Так, его нету. Есть! Я его, видите, как отодвигаю, прикольно. А, он живой, он не убьет нас, да? Ну, садись в тележку на всякий случай. А он ее опять удалит. Я пошел, пацаны, я вспомнил. Нет, он ее не удалит. Он вас сейчас убьет всех. Он за мной. Нет, правда. Он за мной, нажимай, быстрей! Быстрее! Блин! Садись. А он не убивает нас. Я бы не верил ему. Максим, отожми кнопку. Чтобы мы выехали. А, мы будем ехать? Ну все, поехали. Поехали. А подожди, тележка голимая. Ты ее украл, что ли? Супер. Там аниматроник едет. О, я знаю, куда мы сейчас аниматроника. Знаете, куда повезем? Куда? На мусорку. На работу в пиццерии. Ребята, мы сейчас выкинем аниматроника на мусорку. И кому надо, можете его забрать. Он будет валяться там в контейнере. А, все, он ушел. Так, да. Вылазим. А нет, он был невидимый. Не, Гусня, какая-то плохая идея, мне кажется, нас убить может так. Ну ладно. Заезжай. Сейчас. А его нет там у тебя на тележке случайно? Не-а. Гусанек заехать не может. Да голимая. Блин, у калитки крепкие очень. Слышал его? Если что, закрывай! Жертвуем Гусаньком, но мы должны выжить. Да не ту кнопку! Ну блин! Я не нажимал, он сам вышел. Так, идемте наверх. Я с фонариком его слеплю. Слепи фонариком. Так, он боится света, видите? А, боишься, щенок вонючий, секунд. Все, я вовнутрь. Отлично. Все, закрывайте.
Надо просто красную отжимать. Вы красную и зеленую нажимаете сразу. Он зайти не может. Очень прочные двери. Никак не пройти. А он даже с разгона не может их открыть, если попытается. Фокси открыл, когда бежал. О, смотрите, они выше... Гусенек, у тебя резинки от трусов растягиваются. Ты видишь? Тянутся. Да. Это если ты поправишь, то толстым станешь. Они будут на тебя как раз... Есть, отлично. Хорошо жмет их. Давай в школу, мальчик. Он так смотрит, такое ощущение, что он не убьет нас, да? А, Балунбой же не убивает. Заходи, Балунбой. Это добрый. Ой, батарейки от фонарика вроде бы забрал. Будем его бить. Он же добрый, не должен убивать. Смотрите, он наши двери клацает. Вот он идет. Так, отлично. Закрывай. Не, его нету пока, можно не закрывать. А, есть, есть. Блин, очень страшный этот аниматроник. Я знаю, что он может тут появиться. Я так и подумал. О, если я тоже сяду на диван. Все, мы на диване все сидим. Садись, будем отдыхать. Ребята, у нас отдых. Это что за дела? Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Придет твой аниматроник и укусит за жопу. Ля-ля-ля-ля. Так, все, пошутили и хватит. А, он хочет попасть к нам. Ну никак не попадет, ребят. Ты какой-то неадекватный аниматроник. Все, сейчас, если он придет, я его отгоню. Ну-ка как? Сейчас увидишь. Отойдите все. Шел? Не порви резинки. Не, не порву, не должны. Просрала монетка, еще раз. Да ё-моё, монетка отсырела. Ёкалы-менекала. Ой, Гусанёк, извини. Эй, аниматроник, я в туалете сижу. Иди сюда, убей меня. А я тебя запускаю, давай, заходи. Все. Пойдет. Да блин, он просирает монета. Я хочу ему монеткой по голове дать. Ого, дергай, Ася, сидя. Блин, не могу. Так, а ну сейчас гранату попробую бросить. О, давай. Он бежал уже. У нас, ребята, тоже тяга не бесконечная на воротах. Да, топ. Если что, закрывать успею. Я успел. Так, все, он пока не заходит, я успею. На тебе, правда. Ого! Нет, я его не пущу, пацаны. Видите, пытается зайти, но не может. Так, так это, мне надо, я вспомнил, мне надо в туалет сходить. О, ты вспомнил, конечно, молодец. Только аниматроник мне не дает это. Да, это, поэтому ждем, когда будет... Да ворота! Да ворота! Так, я беру оружие, ребята, очень мощное. Мы должны его сейчас замочить по-любому. Ай! Как он троих сразу убил? Да что ж мы тут качаемся? А нет, лучше, наверное, выйти. Ай-яй-яй! Он разозлился, он понял, что мы его хотим убить. Да ё-моё! Как нам его выиграть? Кто знает, пацаны? Я убежал в нашу каморку. Хорошо. Я иду к тебе. Нет, не сможешь, аниматроник. Не смогу? Пацаны, все нормально. Ну как? Нет. Ай. Ты убил его. Я убил? Нет. Это что, мы проиграли? Ну, походу. Так я ж ядерку жахнул, мы должны были выиграть. Так, я знаю, что надо сделать, чтобы выиграть. Ай, блин! Ого, у тебя план. Да нормально, я его выполнить должен. Ой! Взрывай! Убил? Да, да. Есть!
Если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.